После смерти Павла я один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Бодрячков, врагу не сдается наш гордый варяг.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Thank you.
Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой, ой, сзади подползает. Ой, ой, сзади подползает. Вон он, еще один. Кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Ой,
Ой, сзади подползает! Со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Сволочи! А вы что? Кто там остался? Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Почему? Дура такая! Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Саша! Спасибо, брат! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчик. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына... Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. И нас, я ему помогал монстров убивать. Спасибо. Господи. Мам, Боже, я небо спасибо видел. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Пошли! Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не плачь, Саша.
Самые сбалансированные ножи. Ноги можешь ими брить. Это полезная штука. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Проходите.